Я хочу сказать вам нечто важное. Важно, чтобы вы не просто ходили в церковь, у вас должны быть личные отношения с Господом Иисусом Христом. А вы должны больше желать Его, чем дружбы и отношений. Я хочу, чтобы вы поняли, что существует мир, в который вы можете попасть в Духе Божьем. Возможно, вы даже не бывали в нем еще. Если вы попадете в этот мир, вы больше не сможете довольствоваться обычным христианством. Именно это и случилось со мной. Я хочу рассказать вам о том, что случилось со мной в 11 лет. В 11 лет я был на собрании в Роуноук, Вирджиния. Если вы оттуда, то знаете, что там даже сейчас проводят собрания. Это было общее собрание штата. Это было летом. Тогда мы были просто безумны. Это правда. Люди ходили в костюмах с галстуками в 40-градусной жаре. Вы понимаете? Тогда никто не одевался вот так. Я не видел чуда вплоть до того собрания. Т.Л. Лаури, один из моих наставников, кто-то из вас наверняка знает Т.Л. Лаури, так вот он был моим наставником. Вот первое чудо, которое я увидел. После этого моя жизнь начала меняться. В 11 лет со мной случилось две вещи. Я расскажу вам о них. У нас были молитвенные линии. Там была молитвенная линия, и брат Лаури молился с людьми один на один. Там был мужчина с тростью. Он хромал. Его вторая нога совсем не работала. Если брат Лаури видел трость, то либо ломал ее, либо выбрасывал. Он схватил трость этого человека и бросил ее. Не делайте этого, если Бог не сказал вам. Понимаете? Он бросил ее в мою сторону. Она летела, как тарелочка. Мне пришлось увернуться от нее. Вот что я помню. И когда брат Лаури возложил руки на него, этот человек упал на пол и отскочил назад, как мяч. И снова встал на ноги. Это было сверхъестественно. Он начал трясти ногой и кричать: «Боже мой, я ощущаю силу Святого Духа!» И он побежал со всех ног без трости. Вот тогда-то я впервые ощутил Бога. Я хочу сказать вам, молодые люди, что это поколение должно познать Бога, ощутив Его присутствие. Ведь когда вы ощущаете Его реальную славу, вы ощущаете Его любовь и сострадание. И тогда вы начинаете понимать, что суть вашей жизни не только в том, чтобы петь в хоре. Вы можете телесно ощутить Бога, понимаете, всем своим телом. А вот что происходит на Warrior Fest. Молодые люди приходят во дворы Божьи. Второе событие было в молодежном лагере. Я расскажу вам эту историю. Проповедник говорил о Духе Святом. Он рассказал свою историю. Тогда я сказал: «Я выйду вперед и буду молиться о Духе Святом». Конечно, я был всего лишь ребенком и не все понимал. Но после часа молитвы я начал плакать, ощущая, что Бог со мною. У вас бывает такое, что на служении у вас встают дыбом волосы? А вот что происходило, пока я молился. От 11 до 16 я ходил в церковь отца и играл на барабанах. Я следовал за Господом. Я немного отдалился от детей в школе. Я и так любил одиночество, так что это не особо тревожило меня. Надо мною насмехались за то, что я постоянно носил в школу вот такую огромную Библию. Меня запирали в раздевалке и делали мне неприятные вещи. Я знаю, кто такие хулиганы. В мои времена хулиганов было намного больше. Сейчас в большинстве школ буллизм наказуем, а у нас такого не было. Мне несколько лет пришлось с этим жить. Но в 16 лет случилось нечто, о чем я должен рассказать. С годами я начал понимать, что люди реагируют на истории. Во-первых, когда я буду делиться своей историей, я хочу, чтобы вы поняли кое-что. Вы не обязаны цитировать 1000 стихов Писания. Вы просто можете сказать кому-нибудь: «Позволь мне рассказать тебе, что Господь сделал для меня». Он может сделать это и для тебя. Вот все, что они хотят знать. Я хочу помочь вам. Во-вторых,
Люди хотят, чтобы вы не просто говорили, что вам не безразлично, но и вели себя так. Они устали от людей, которые говорят «я люблю тебя» и готовы отправить себя в ад при первой же ошибке. «Я люблю тебя», а потом они осуждают. Послушайте, когда у моего сына были проблемы, я помню, как сказал ему: «Нет ничего такого, что ты мог бы сказать или сделать, отчего бы я перестал любить тебя. Можешь стоять и поносить меня, но я все равно буду любить тебя. Можешь порочить меня, но я все равно буду любить тебя». Когда Библия говорит, что любовь больше всего, то это неспроста. Я не говорю о поддельном. «Люблю тебя, брат», «люблю тебя, сестра», после которых вы наносите удар в спину своими сплетнями. Забудьте об этом. Это не христианство, а лицемерие. Библия говорит, что религия напрасна, если вы не можете контролировать свой рот. Я пытаюсь показать вам нечто. Когда вы действительно любите и заботитесь о людях, желаете им лучшего, послушайте, человек, независимо от того, из Африки, Канады или Америки он, не может сопротивляться, когда его любят. Я хочу, чтобы вы усвоили это. Вы не можете сопротивляться, когда вас любят. Вот почему девушки так легко ведутся на парней. Они ощущают любовную связь, которой может и не быть. Точно так же и с парнями. Если кто-то действительно заботится о вас, желает вам лучшего, вы не можете сопротивляться этому. Вы можете прикидываться. Вы можете вести себя так, словно их слова не коснулись вас. Но когда кто-то заботится о вас, это касается вас. И встречаясь с неверующими людьми, я понял, что они хотят безусловной любви. Если говоришь, что любишь, то люби. Люби, если я буду поступать плохо и хорошо. Люби, если я наломаю дров. Ведь так? Я проповедую лучше, чем вы слушаете. Примите то слово, которым я делюсь. Это важно для вашего будущего. Я хочу вспомнить о том, что было в 16 лет. Истории важны, и вот почему. Я рассказывал вам все это не просто так. Мы были в пасторском доме моего отца в Вирджинии. Там было 4 молодых человека. Я до сих пор помню их имена. Вейн Мид, Колтон Кофи, Тед Тейлор и я. Двое из них были женаты. Один был разведен. Я был самым молодым. Мне было 16. Мой отец начал рассказывать истории пробуждения, которая длилась 3,5 года. Он начал рассказывать историю о Руфусе Данфорде. Это был его дядя. У Руфуса были невероятные чудеса. Он сказал мне: «Я был с Руфусом в Бифхайв, Кентукки, в 50-х годах, еще до того, как женился. Там был мальчик с кривой ногой. Он родился таким и ходил хромая». Я попытаюсь повторить. Вот так. Он ходил вот так. Он не мог выровнять ногу, потому что родился таким. И он так ходил. Однажды Руфус помолился за него, но ничего не произошло. Большинство из нас сказали бы: «Пусть тебя благословит Бог. Удачи. Однажды Бог прикоснется к тебе». Руфус сказал, что проблема в неверии в церкви. Тогда они взяли пост на целый день, пошли на гору и молились много часов. Он сказал, чтобы мальчика привели на следующий день. На следующий день, после дня поста и молитвы, Руфус снова пошел молиться. Он посадил мальчика на первом ряду и начал растирать его ногу, молясь в Духе Святом на иных языках. Отец сказал, после того, как Руфус начал молиться, помазание сошло на его тело, и нога начала выпрямляться. Папа сказал, что нога начала делать так. Клац, клац, клац. После этого он сказал мальчику встать. Он встал, и его нога была ровной. Мальчик начал смеяться и плакать. Он так сильно плакал, что у него потекли сопли. Этот мальчик никогда не мог нормально ходить. Тогда они решили провести его вокруг здания. Они прошлись, а после этого мальчик начал бегать. Его мать сказала, что ему нужна новая обувь. И кто-то сказал ей: «Она завтра будет здесь». Аллилуйя. Он получил полное исцеление. Итак, отец рассказал нам эту историю. Тогда я посмотрел на других парней и спросил: «Почему мы не видим чудес сегодня?» Мой отец сказал Перри: «Все дело в нехватке поста и молитвы, а также в неверии церкви». Вот в чем суть. Я видел много чудес. Я видел, как Тео Джонс молился за человека с зобом. Не знаю, видели вы таких. Это большая такая опухоль на шее, которая раньше часто возникала у людей из-за недостатка железа. Он сказал: «Я повелеваю этому удушающему
окружающему духу уйти. И на собрании в Ор-Уэсте, прямо перед всеми людьми, этот зоб исчез. Этот человек просто проглотил зоб, и то место взорвалось аплодисментами. Я посмотрел на этих ребят и сказал, нам нужно молитвенное собрание. Мы решили, что в 11 часов вечера воскресенья, несмотря на то, что потом нам нужно будет идти на работу или в школу, мы будем молиться. Я думал, что мы будем молиться полчаса или час. Мы начали молиться в 11, в 12 мы все еще молились. И в час, и в 2 тоже. Где-то в 2:30 я решил выйти на улицу, подышать воздухом. Была чудесная ясная ночь. Я видел звезды. Я не слышал явный голос, не встретился с ангелом, но услышал слово в духе от Бога. Он впервые сказал мне, «Я призвал тебя проповедовать». Вот это да, классно. И я пошел назад, совсем не так, как с Савлом, который слеп по дороге в Дамаск. Очень просто. Когда я вернулся назад, ребята подошли ко мне и сказали, «Ты выглядишь так, словно увидел призрака». Я не видел призрака, но услышал кое-что. Что? Бог призвал меня проповедовать. Они посмотрели и засмеялись. Они сказали, «Правда?» Я сказал, «Да, Бог призвал меня проповедовать». Посмотрим. Они знали, что я не был серьезным человеком, но что-то случилось. Хочу рассказать вам, что случилось, когда Бог призвал меня. Во мне появилось желание изучать Библию. Это может прозвучать странно для тех, кто не понимает этого. Библия говорит о людях, которые зависимы от Евангелия. «Зависим» на греческом означает человека, который зацепился, держится и не может отпустить. И у меня появилась зависимость. Я хотел узнать больше о Боге. Я понимал, что у людей может быть много вопросов, и я хотел ответить на них. Я уделял от 3 до 6 часов изучению Библии. После этого Бог начал открывать мне дверь, чтобы посещать маленькие церкви. Иногда мне нужно было ехать 10 часов до них. Мне было 17 лет. В 18 я поехал в Нью-Йорк. Мой отец не был в восторге от этого. Это было еще до мобильных телефонов. Это были времена, когда люди ездили с четвертаками в кармане, чтобы знать, туда ли ты попал. Я помню, как непросто было моему отцу. Но в 16 на молитвенном собрании, вот почему такие мероприятия, как Рэмп и Warrior Fest, важны. Дженсен Франклин пережил встречу с Богом в молодежном лагере. Точно так же и Маркус Лэмп и Перри Стоун. Каждый из нас, кто занимается служением, встретил Бога на таких служениях. Они пробудили в нас голод. Мы не уходили со словами, «Здесь было хорошо, но давайте вернемся назад». Мы уходили со словами, «Я должен сделать что-то для Бога». Когда Тиа Лаури исцеляет человека, который не может ходить, вы уходите со словами, «Я хочу увидеть это снова, да? Я должен увидеть это снова и пережить это». В Каляске, Вирджиния, была женщина, у которой разрушился оптический нерв. Это случилось в больнице, когда врач удалял лазером опухоль из ее мозга. Она получила исцеление, и ее оптический нерв был восстановлен в ноябре 81-го. Это было в субботу в Каляске. Она умерла со 100% зрением, как говорил ее сын, Джеки, мой друг. На том же служении я начал говорить на иных языках. Одна девушка принесла эту запись профессору Редфорда, который сам был из Сирии. Это был халдейский арамейский. Дух Святой говорил на языке, который больше не существует. Профессор сказал, что это язык, на котором говорил Авраам. Это халдейский арамейский. Его больше нет. Этот человек, который был атеистом, пережил встречу с Иисусом 2 месяца спустя и пришел к Господу. Профессор из Сирии. Хочу укрепить вас в вере и сказать, что то же самое может случиться и с вами. Чудеса и сила Божия являлись так мощно, что людям не терпелось попасть в церковь. Они уходили с работы, не пообедав, чтобы попасть в церковь в 5 часов. Если вы не попали в здание в 6 или в 6:30, вам негде было сесть. Вы могли лишь стоять, да и припарковаться было негде. Бог начал творить чудеса и знаки. Хочу рассказать еще 2 истории. Хочу, чтобы вы запомнили ту историю, которую я расскажу вам. Мне немного стыдно рассказывать ее. В 18 я был в Ховерграссе, в своей комнате. Я лежал лицом к стене. Я вернулся домой из путешествия. Я проснулся из-за того, что рука прикоснулась к моей спине. Реальная рука держала меня. Я думал, что это мама или папа, но когда я захотел повернуться, то не смог. Рука не давала мне повернуться. Я услышал голос. Это был голос ангела. Я не боюсь говорить об этом. Видел ли я ангела? Нет. Но я ощущал руку.
она не давала мне увидеть его. Он сказал, «Господь попросил передать тебе, что если ты будешь поститься 21 день, ни одна болезнь не устоит перед тобой. Бог будет приходить и исцелять каждого, за кого ты будешь молиться». Я не смог продержаться 21 день. Я постоянно ездил, и мое тело не выдерживало и 3 дней без еды. Иногда я мог поститься по 3 дня. Я протянул 10 дней. Ник Уокер, здесь есть ребята из Западной Вирджинии. Наверняка вы слышали о Нике. Кстати, он сказал мне, что переносит свой штаб в Кливленд, Теннесси. Один из величайших современных евангелистов. Это Ник Уокер. Он сказал, что переедет сюда. И он не один, но я не могу рассказать об этом. В любом случае, я хочу рассказать вам о Нике. Ник слышал, как я рассказывал эту историю. Возможно, я делился ею на Warrior Fest. Он сказал, «Старик, меня так называют дети». «Старик, можно спросить тебя?» Я сказал, «Конечно». Он сказал, «Как думаешь, это слово все еще актуально?» «А какое?» «Про ангела и 21 день». Я сказал, «Бог не забирает назад свое слово». «Да, оно актуально». «Но, Ник, я хочу сказать тебе, что, учитывая те немощи, с которыми я сталкивался в теле, будет настоящее чудо, если я смогу выдержать 21 день поста». Я сказал, «Буду откровенен с тобой. Мне стоило сделать это». И он сказал, «Как думаешь, я могу взять это слово для себя?» Я сказал, «Знаешь, я никогда не думал, что кто-то скажет подобное. Если Елисей смог получить двойную часть, то почему же ты не можешь взять это слово?» И он сказал, «Пожалуйста, помолись за меня. Я беру твое слово». Я не хвалюсь этим, но ему всего за 20. И знаете, что он сделал? Он взял полный пост. Я не говорю о тех постах, когда вы едите орехи, но отказываетесь от сладкого и мяса. Это настоящий пост. Пост на иврите означает «закрыть рот». Он лишь пил жидкости, но не ел пищи 40 дней. Попробуйте пережить 40 дней. Он не увидел ничего после 40 дней, и тут у него начались собрания, потому что в город пришел ковид, и начали происходить чудеса. Недавно он исцелил ребенка на глазах у множества людей. Он молится, и происходят чудеса. А глава того зала, номинальный человек, никогда не переживавший силы Божьей, ощутил, как на него сошло помазание. Этот парень выбежал вперед и запрыгнул на сцену. Его спросили, что случилось, а он ответил, «Я впервые в жизни ощутил Бога. Мой отец рассказывал мне историю одного человека, с которым я дважды встречался в детстве, дяди Руфуса Данфорда. У Руфуса была опухоль мозга. Он пошел в больницу Джона Хопкинса где-то в 1933 году. Ему сказали, что он может погибнуть на операции или стать овощем. Фактически, это был смертельный приговор. Опухоль будет расти. До конца жизни тебя будут мучить головные боли, и однажды ты не проснешься. Вот что будет с тобой». Он сказал им, «Я поеду умирать домой, в гор». Он сел у себя во дворе, и вот что случилось. Он рассказал мне об этом, когда мне было 18 лет. Он сказал, «Я копаю картошку, едва нагибаюсь от боли. И тут я смотрю вверх и понимаю, что дует ветер, а деревья не колышутся, листья не шелестят. Я начал молиться, и чем больше я молился, тем лучше ощущал себя. И чем больше я молился, тем меньше было боли. И чем больше я молился, тем больше сил появлялось в моем теле. И тут я начинаю молиться на языке, который не понимаю. И тогда все изменилось. Послушайте, это мой родственник. Это не история из интернета. Я знал его лично. После этого он мог разговаривать с кем угодно на его родном языке. Он говорил, «Этот человек из Германии. Я должен поговорить с ним». Он рассказывал всем о Боге. Люди, приезжавшие из Европы, чтобы работать в шахтах, думали, что он католический священник. Он свободно говорил на латыни, хоть и не изучал ее. Они звали его отец Данфорд. Смотрите, что случилось. В 18 Господь побудил меня пойти к нему и попросить его передать помазание мне, потому что вскоре он должен был умереть. Как подойти к человеку и сказать, что вскоре он умрет? Я не видел его с 11 лет, а теперь мне 18.
Я даже не знаю, где его дом. Папа рассказал мне, как доехать до него. Я стучу в двери, дверь открывает его жена и делает так: «Господи помилуй, смотрите, кто здесь, заходи». Она не назвала меня по имени. Я сделал два шага и увидел, что на таком расстоянии, как до камеры, в постели лежит Руфус Данфорд и не движется. Он сказал: «Подойди и наклонись». Он возложил на меня руки и начал молиться на прекрасном языке. Я ощутил покалывание от головы до ног. Было такое чувство, словно нервы горят. Мне не было некомфортно, а только странно. Я стою так, словно меня бьет током. Он молится на иных языках, смотрит на меня и задает вопрос. «Что сказал Дух Святой?» А я отвечаю: «Не знаю». Для меня это то же, что предстать перед Ильей. На мне был страх Божий. Я сказал: «Сэр, я не знаю». Он сказал: «Если ты будешь молиться в Духе Святом, то должен уметь истолковывать. Я помолюсь еще раз, а Бог даст тебе истолкование, а потом я спрошу тебя снова». Он помолился снова: «Боже, скажи мне, это то или нет? Боже, я не имею ни малейшего представления о том, как истолковать языки». Тогда Господь сказал мне: «Сын, для чего я прислал тебя сюда? Ты прислал меня, чтобы он передал мне помазание». Тогда Бог сказал: «Как думаешь, о чем он молится?» Я посмелел. Он спросил: «Что сказал Дух Святой?» Я сказал: «Дух Святой послал меня, чтобы ты помолился за меня, потому что ты вскоре отправишься на небо. Он хочет, чтобы ты передал мне помазание». Он сказал: «Вот именно. Я никогда не был так счастлив в своей жизни». Вот почему ваша история важна. Вот почему вы должны поддерживать тот голод, который появился здесь, находясь во дворах Божьих. Вы скажете: «У нас нет большой молодежной группы». А она вам и не нужна. Моя молодежная группа состояла из меня и еще одного парня. Точно так же наша молитвенная группа состояла из двух человек. Мы построили жертвенник из 12 камней на горе Вирджинии. Я не забуду эти дни. Я хочу сказать вам, что вы еще не достигли вершины своего потенциала. Вы только начали. Я хочу сказать вам, что сегодня с Духом Святым нет ограничений тому, что может сделать Бог. Вы можете стать величайшим певцом, евангелистом, человеком этого поколения и прикоснуться к жизням многих людей. Снимите ограничения с Бога. Снимите ограничения с Духа Божьего. Пожалуйста, уделите мне все свое внимание. Несколько месяцев назад мирской экономист заявил, что грядет новый глобальный сброс. Тогда я услышал в своем духе эту фразу: «Апокалиптический сброс Америки». Несколько недель я просыпался рано утром и получал череду пророческих откровений, которые я собрал в своей новой книге «Апокалиптический сброс Америки». Эту книгу обязаны прочитать все христиане, которые любят библейские пророчества, консервативные американцы и патриоты. 19 подробных глав раскрывают те планы, которые сейчас строятся в тайне и будут публично установлены над нами, американским народом, а также то, как нам противостать им. Я нашел поразительные древние пророческие параллели и шаблоны, некоторым из которых более 4000 лет. Они повторяются сейчас в Соединенных Штатах. Я рассматриваю великий вавилонский сброс Америки и спланированное гонение христиан, самостоятельное проклятие Америки, которое принесет суд на страну, грядущая стычка с Иезавелью, женщина, которая станет президентом, как нам себя вести, почему мы должны противостать коррумпированному правительству. Я раскрываю уникальные параллели с Кремниевой долиной, а также планы по банкротству и экономическому сбросу Америки. Кроме того, я расскажу, как функционировать, когда церкви придется уйти в подполье. Я получил уникальные откровения о президенте Трампе и шаблоне, который открывает история. У меня также есть глава о том, почему пророки поняли все неверно. Дамы и господа, это самая важная книга в истории моего служения, особенно в наше время. Но и это не все. Я также добавил к ней новую инсайдерскую информацию на двух аудиодисках.
Это 2 часа подробной информации, которой я не буду делиться в соцсетях. Учитывая то, в какой ситуации мы находимся сейчас, большая часть этой информации будет заблокирована, если бы я делился ей открыто. Эти 2 часа содержат библейские, политические, национальные и межнациональные открытия и информацию, которую вы, скорее всего, никогда не слышали. Это только для тех, кто любит истину. Закажите сейчас этот набор, который состоит из моей новой книги и 2-часовых аудиодисков на нашем сайте или позвонив по телефону, который вы видите на экране. Вы также можете написать мне по адресу, который сейчас указан на экранах ваших телевизоров. Вы можете получить этот набор за $35 или больше. Заказывайте предложение АПР-140. Я раскрою радикальных глобалистов и людей, которые хотят заткнуть рот христианам, патриотам и консерваторам. Я говорю не только о себе, но и обо всех людях доброй совести, доброй воли. Мы покажем вам в книге, что мы можем сделать, если объединимся. Я очень хочу, чтобы вы прочитали эту новую уникальную книгу. Эту книгу обязаны прочитать все христиане, которые любят библейские пророчества, и все патриоты. Спасибо, что были со мной. А вы видели фрагмент из нашего недавнего Warrior Fest. Мы проведем несколько таких мероприятий в 2022 году. Приезжайте со своей молодежной группой. Вам не нужно платить за регистрацию. А вот почему к нам приезжает много представителей из малых общин. Я расскажу вам подробнее об этом в других выпусках. Но в ближайшее время вас ждут следующие служения. Мы приедем в первую ассамблею Божью в Удвард и проведем там все 12 сентября. Это Вудвард, Оклахома. Мы приедем в церковь Community Family пастора Томми Бейтса. Там мы также проведем одно служение во вторник, 14 сентября. Это будет в Индепенденсе, Кентукки. В ассамблею «Урожай» мы приедем 29 сентября. Присоединяйтесь к нам в Groove Arkansas. Кроме того, у нас есть наше главное мероприятие. Мы просим вас регистрироваться на него. Вам не нужно платить, но мы просим вас зарегистрироваться, потому что нам нужно подготовить места. В следующем году, в 2022, мы посетим новые места. Мы приедем во Флориду, Южная Каролина. Мы также будем во Флориде на нескольких служениях. Заходите на наш сайт и смотрите информацию там. Вы можете зайти в онлайн-магазин, а также посмотреть расписание, куда мы приедем. Иногда мы быстро договариваемся о служении и не успеваем рассказать об этом на передаче. Кроме того, подписывайтесь на наш канал на YouTube. Вы будете получать обновления 2-3 раза в неделю. Это будет небольшое послание на 10 минут. Многие из них связаны с пророчествами. Это важная информация. Информативные обновления. Это чудесный способ питаться свежим словом от Бога, а также практическим учением. Спасибо за ваши молитвы и поддержку. Свяжитесь с нами, у нас есть чудесная партнерская программа. Привет, это Перри Стоун. Присоединяйтесь к нашей команде. Это Джон Килпатрик, Дженсен Франклин, Томми Бейтс, Карен Пэк и многие другие. Осенью у нас состоится собрание, наполненное силой Святого Духа. Оно пройдет с 5 октября по 9 октября в Международном центре «Омега», Кливленд, Теннесси. Мы будем рады увидеться с вами.